настроение в команде очень хорошее, потому что тренировались сейчас 3 дня, очень плодотворно, и команда готова к работе. Ну, естественно, все планы составлены, то есть что изменить, что оставить, что раньше было, все это продумано. Ну, в принципе, каждую игру надо играть в полную, то есть, и, естественно, будут играть, скорее всего, молодые, которых надо будет посмотреть. Результат, он всегда важен, каждую игру надо выигрывать. Yeah, for sure, there is some difference. We always want to change something what we've done before and trying to learn from those, and there will be some changes. Yes, for sure, it's going to be hard for them, and that's the mention to beat, but it's going to still continue after Vieramäki. We're going to practice one more week, at least hard.